Ну, ты что скажешь? Моя королева, мы захватили пленницу. Она говорит, что занимается исследованием. Кираси. Я не давала приказ брать пленных. Она была нужна Абатуру для вскрытия. Нормально. Зачем? Он не сможет использовать генетический материал протосов. Невозможно. Ему нравится пробовать. Не убивайте ее пока. Возможно, я смогу найти ей применение. Нормально, блин. Ему нравится пробовать. Моя королева, тебе открылись новые способности. Так, какашки стали ползать. Ты можешь выбрать их прямо сейчас. Ты вышла на новую ступень силы. Тебе открылись новые способности. Хотя нет, я уже гиблингов сделаю. Стая Нафаш снова стала частью роя. Когда протосы напали, Нафаш вернулась на подготовленную позицию в пустошах. Протосы отправились за ней. Она была умной, осторожной и упорной. Но она сделала одну ошибку. Сбежала. Сударево. Всегда хотелось почувствовать, как кости протоса ломаются в моих когтях. Можно попробовать? Пиздец. Нет, Загара. Нельзя. Ты же не собираешься проявлять к ней милосердие? Насилие — это всего лишь инструмент. А настоящий лидер всегда использует инструменты, подходящие к ситуации. Так поступают тираны. Зергам не нужны инструменты. У нас есть когти, да? Для лидера все является инструментом. Все и все. Ее надо кормить? Чем она ест? Этажа нет, вот и спрашивает. Что скажешь хорошего? Что вы здесь делаете? Изучаем Луну. Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость ее вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты. А ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовете Золотую Армаду, и тогда мне вот конец. Именно. Убить тысячи, чтобы спастись самой? Это твое оправдание. Нормально, бля. Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протосы убили миллиарды зергов. У всех нас руки в крови. Может, мои по локоть, а твои по запястье. Но все равно мы обе убийцы. Справедливое замечание. О, тракашка. Что скажешь? Кислоту пускай беру. Расскажи мне о своей работе. Смотрю на ткань, вижу потенциал, структуру, ДНК. Я просто смотрю. Сплетение, соединение. Вижу, как можно улучшить. Ем плоть, расщепляю кость. Внутри меня. Трогаю, смешиваю, переплетаю. Достигаю лучших результатов. Но не идеальных? Идеальных никогда. Идеал — цель, которая всегда меняется. Нельзя останавливаться. Хм. Хорошо, ты можешь продолжать работу. Да, ну поехали, что у нас там дальше по заданиям. Протосы все еще пытаются предупредить Шакурос о том, что мы здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурос через канал искривления. Какое совместное задание. Есть же, блядь, деньги. Канал искривления надо удержать. Это отсюда взялось, кстати? Это взялось отсюда. Куся, блядь, чайные наушники падали. Протосы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Извиняюсь. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протосских разумов. Это Шакурос. Если хотя бы один челнок пройдет через канал, то на Шакуросе узнают о том, что мы здесь. Ну-ну. Значит, нам нужно разрушить канал. Нет, на Шакуросе это заметят. Единственный выход — сбивать челноки протосов. Гидролизки.
Гидролиз Кинофаж. Абатур, ассимилируй их эссенцию. Гидролиз воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролизков, чтобы уничтожить челноки. Еще один стоит наверху, кстати. Ну, может, целую толпу сейчас создать просто. О. Так. Че, рабочий? Че у нас? Что собирать гидролизков? Крови. Говори скорее. Естественно, у них будет пехота наступать. Это, блядь, видать. Просто так здесь. Ни один человек должен покинуть, понятно. Хорошо, поняли, приняли, осознали. На базу они 100% будут тоже нападать. Блять. Моя королева. Авианосцы у них даже есть, блядь. Он направляется к каналу искривления. Есть, хорошо, кстати. Какой сюрприз. Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Тебя никто не спрашивал. Здесь еще один достает. Кстати, ну-ка. С малиной мы спортим немножечко. Это мой мир. Зашибись. Да. Это же шикарная возможность подпортить им жизнь. По максимально изощренным способом. Да. Теперь еще один. Да. Королева нужна. А у меня есть королева? Королева пока нет. Выкладывай. Гидролизский огонь. Челнок протосов достиг канала искривления. Рой жаждет крови. Как достиг, так и потерялся. Я сокрушу любые преграды. Да, блин, взорвитесь вы уже. Прыгунчики, блин, бесполезные какие-то. Прыгают, блин. Мы столкнулись с противником. Нас хоть вообще веришь? Опухоль атакована. Где? Приняли, что совсем опухоль атакована? Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Атакуйте улей! Опа. Наши челноки должны прорваться! Не получится. Эта планета станет вашей ледяной могилой. Бегите быстрее. Да. Блин, сейчас это уничтожит. Это мой мир. Да какой? Господи, блин, взорвитесь вы уже. Мы можем строить столько нас. Моя королева. Протосы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. Опа. О, еще один улей, смотри-ка. Ребята, туда, вниз, быстро. Протосы запустили еще один челнок. Вообще насрать. Его сопровождают боевые корабли. О, вот и проблема начинается. Ты нас не остановишь, Керрига! Семь, полностью. Вперед! Теперь этот улей принадлежит Рою. Кончим. Мы шикарно. Можем строить столько наши войска, не хватает такой. Опа, ахонты! Это вам. Блять, пошли вниз, докопались, блин. Что теперь? Ребята, а? Я иду. Много биомассы. Хорошо. Можно использовать для улучшения роя. Блин, у нас главная проблема здесь будет в этом. Мы можем строить столько на слизи. Покончим с этим. Хилиться,
Блин, да. Да. Челнок вот-вот совершит пространственный скачок. Ничего не совершит, не переживай. Выкладывай. Да. Говори, там будет, да? Блин, оборону тут строить надо. Тихонечку. Опа! Да? Протосы собирают силы для атаки на наш улей. Я слушаю тебя. Тут их обломать сейчас. Блин, еще и снизу пошли. Попробуй справиться со мной. Наши войска мы можем остановить. Чего же долго производится, блин? Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Ну, наверное, все вблизи. Они не кусаются. Рой делают больно по-другому. Так. Выкапывайся давай, иди вот сюда. Тоже выкапывайся, иди вот сюда. Протосы снова запустили челнок. Он движется в неизвестном направлении. Уже в другое место поехали, да? Они открывают другие каналы. Я чувствую еще как минимум два. Рой жаждет крови. Это мой мир. Мы здесь подождем, короче. Не хватает. Да ты заколебал, серьезно, а? Что там происходит? Блять. У нас мало времени. Выше тамплиеры. Покончим с этим. Говори скорее. Мы уничтожили еще одну камеру. Интересно, что протосы делали с этой биомассой? Вообще без понятия, насрать на это сейчас. Так, надзиратель, иди-ка вали котюк. Блин, пешком еще бегут. Королева, извините, придется умереть. Ой, тут высшей цели. Атакованный. Вперед! Говори скорее. Здесь у нас есть. Да, вот так. Вот так. Потом вот так. Шикарно. Опа. Вижу придурка. Рой не знает усталости. Рой жаждет крови. Блин, ребята. Пойдем, я иду. Невыполнимая команда. Блять, ладно. Тебя никто не спрашивал. О, блин. Ты же здесь сидишь, а дай-ка сюда. Куда они сейчас побегут, мне интересно. Что теперь? Протосы запускают челноки с новой базы. Что ж, это усложняет нашу задачу. Ну, не совсем, конечно, но ладно. Так.
Они идут вниз, да? Ладно, поставим здесь. Здесь будет наш засон. Рой жаждет крови. Бежим вот сюда. Еще папу что-то сделает. Самый наверное, способ здесь наделать дохрена гидролисков и все. И все у нас в кармане. Ты сделай только вот здесь этих придурков. Они сами там, блять, они авианосцев ловить начали. Челнок долетел до канала. Блять! Немедленно уничтожить его. Вы че, ребята, зачем чокнулись? Я сокрушу любые преграды. Ого, приготовьте. Мы можем строить столько на связи. Наши войска атакуют улей. Ну, ребята, там, я думаю, справится. Наши войска атакованы. Подожди-ка, опухоль. Да. Блять, королеву сейчас убьют, ребята. Что теперь? Хейте свою подушку, ребята. Так, так, освобождение минералов. Дайте-ка, ребята, вы вниз переедете. Месторождение минералов выработано. Вовремя я. Тебя никто не спрашивал. О, гидролизки. А, эти гиблинги появились и сразу же моментально проблему решили. Пусть ходит. Выкладывай. Так. Теперь они запускают по два челнока. Упрямые глупцы. Им деваться некуда, понимаешь, Кирика? Что там происходит, блядь? Да. Покончим. Делай гиблингов, пускай разбираются. Здесь тоже месторождения начинаются. Так, стопы. Наши войска атакованы. Что там происходит? Я иду. Уничтожьте эту хрень просто и все. Улучшение завершено. Это последняя стазисная камера. Изучу биомассу, поглощу, смогу улучшить рой. Надеюсь на это. Четыре волны осталось, да? Это мой мир. Блять. Да. Враг атакует улей. Тревога. Еще один челнок достиг канала искривления. Здесь справится, ребята. Я в них сомневаюсь, что-то, блин. О, зашибись, прям в последний момент. Здесь происходит. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Я сейчас, я понял. Не хватает надзирателей. Так, придурки, поехали. Будем сейчас строить базу. Вылезли, вылетели? Вылезли, точнее. Выкладывай. У нас королев вообще, королев мало. Четыре штуки сделаем. Месторождение минералов
Какой, да? Ага. Так. Давайте сюда. Это больно долго не запускаются сейчас. Протосы запускают новые челноки. Ну, удачи. Скоро золотая армада двинется сюда, чтобы стереть тебя. Ну-ну. Уверен? Тут, мне кажется, сюда никто не доберется. Абсолютно никто. Так. Давайте, нет, вот сюда уже бегите. Да. Нет, вам придется вот сюда бежать всем. Что они как-то... Они нормально как-то летят, если честно. Близко. Наши войска атакованы. Да, я что, первый раз, что ли, что переживаешь? Я слушаю тебя. Я иду. Ну, в принципе, мы должны уже разобраться. Осталось 3 волны. Что долго-то, бля? Рой не знает усталости. Тебя никто не спрашивал. Я иду. Взорвитесь-ка, ребята. Месторождение минералов выработано. Не-не, ты парень, ты там останься. Здесь еще есть ресурсики, здесь. Практически нету. Улучшение завершено. Я сокрушу. Так, хотя вот несколько штук вот сюда можно. И вот здесь вот поставить тоже пушечки наши. Наши зениточки. Они так забавно их выкапываются, кстати, если надо. Вот и все. Но уже... Ты уже... Иисус. Дай-ка сделаем еще толпу. Кому? Лишних гидролисков не бывает. Новые челноки. Я их поздравляю. Да. Уже палачи. Палачи даже есть. А ну-ка, королевы. Палач. А есть вам ветеран какой-нибудь? К сожалению. Долго зерги не живут, ребят. Керриган, ты сама что-то убила. 30 человек, все. Мало. Тебя никто не спрашивал. Ну посмотрим, выдержит, не выдержит. Рой не знает усталости. Рой жаждет. Встречаем тепленьких. Долгая миссия, не нравится. Блядь, сжёг скотина. Я иду. У нас мало времени. Так, он на всех хороший урон наносит. Насрать на всех, башни уничтожать челнок. Говори скорее. Месторождение минералов выработано. Доработались? Айдай сюда. Идут. Выкладывай. Еще и выше идет. Беспеновый гейзер иссяк. Тебе надо было именно вот ее уничтожать, без скотина. Молнию. Так и что молнию кинет за раз. Покончим с этим. Ребята, идите развлекайтесь. Тянет, вот сюда идите. Сталкеры бегут, блин.
Ну? Мы тебя догоним, парень, мы тебя поймаем. Эй, я так не пойму. Тебя никто не спрашивал. А, я такой везло, да есть войска. Висперновый гейзер иссяк. Да. Протосы запустили 3 челнока одновременно. Сейчас разберемся. Они движутся к одному каналу искривления. Не переживай, Кириган, сейчас разберемся. Протосы запустили материнский корабль. Где? Должно быть, его помощью они хотят скрыть челноки. Блять, один? Один, да? Все в одну точку летят. Все силы на защиту центрального канала. Сбить их корабли. Пошли это сюда. Это мой мир. Рой жаждет крови. Клинский корабль — это уже Рой не шутка. У нас мало времени. Сука, за... Сука, гидролизка похоронить. Вперед! Сначала уничтожьте челнок, хотя его должны там сбить уже. Я чувствую псионную матрицу протосов. Твои войска приближаются к вражеской базе. Это мы знаем. И все, что ли? А где матри... М. А где материнский корабль? Я даже не заметил, что это он был. Это последний. Теперь каналы искривления им не помогут. Нормально. Мы справились. Протосы больше не представляют угрозы. Ага, они же еще есть здесь на этой... Я поверю в это, только когда все они будут мертвы. Они же еще есть здесь. Так, что там? Пропустит два Нексуса. Пусковых протосов уничтожен. Нормально, нормально.